Видновский перинатальный центр – одно из ведущих учреждений родовспоможения Московской области. Высококвалифицированные специалисты оказывают медицинскую помощь женщинам и новорожденным детям, успешно ведут подготовку молодых кадров и передают знания студентам ведущих федеральных университетов. Наш центр в рамках образовательной программы сотрудничает со многими кафедрами, в том числе и с кафедрой медицинского университета имени Пирогова. И на нашей базе проходят практику студенты 4-5 курса по акушерству и гинекологии. Благодаря такому сотрудничеству есть возможность закрепить теоретические познания на практике. Занятия помогают студентам определиться со специализацией. Многие делают выбор в пользу акушерства и гинекологии. У нас есть возможность увидеть процесс родов, у нас здесь есть возможность увидеть оперативное акушерство, кесарево сечение и так далее, и студентам очень интересно. Норман Уквими приехал в Россию из Замбии около 5 лет назад. Языковой барьер не мешает молодому человеку постигать выбранную профессию. Они хорошие, и мы хорошо учимся вместе, и у нас так лучшие преподаватели. Практика в Видновском перинатальном центре дает возможность российским и иностранным студентам познакомиться с авторскими методиками ведущих специалистов и приобрести ценный опыт для дальнейшего профессионального развития. Олеся Мордвинова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.